Всем привет, меня зовут Константин, и сейчас я вам расскажу про циклокроссовые велосипеды. Циклокросс – это спортивная дисциплина, когда на велосипеде, внешне похожем на шоссейник, ездят по грунтовым трассам, по пересеченной местности. Циклокросс отличается от шоссейного велосипеда, во-первых, геометрией, во-вторых, более широкой резиной, ширина которой составляет 33-35 мм, и усиленной рамой и вилкой. Плюс к этому у циклокроссового велосипеда большие грязевые зазоры и выше расположена каретка. Благодаря усиленной конструкции, более широкой резине, циклокросс очень популярны в России. Современные циклокроссовые велосипеды комплектуются дисковыми тормозами, и на многих моделях можно встретить повторители. Это дополнительные тормозные ручки, которые позволяют тормозить в верхнем хвате. Многие производители пытаются скрестить циклокроссовый велосипед и туринг. Поэтому на моделях любительского и продвинутого уровня можно встретить крепежное отверстие под крыло и багажник. Однако данные велосипеды все равно остаются циклокроссовыми, и при желании вы можете использовать их на соответствующих соревнованиях. Если у вас остались какие-то вопросы, обращайтесь к сотрудникам магазина «Горные вершины». Мы вам все покажем и расскажем. У нас вы сможете подобрать велосипед, получить исчерпывающую консультацию и в случае необходимости сдать свой велосипед в сервис.